В общем, к главным плюсам Т-90 относятся карусельный автомат заряжания и высокая защита бортов корпуса. К минусам – низкая скорость заднего хода в 15 км в час. Боеприпасы хранятся в главном отсеке и после попадания снаряда в танк могут сдетонировать. В настоящее время это самый коммерчески успешный основной боевой танк на мировом рынке. Также он является одним из самых дешевых среди современных танков. Стоимость не превышает 4,5 миллионов долларов. Первое боевое применение произошло в Первой Чеченской войне. Затем были гражданская война в Сирии, Вторая Карабахская война осенью 2020 года и русско-украинская война, начавшаяся в феврале 2022 года.